Спектакли из 10 краин света у Могилеве. Международный молодежный фестиваль «Мартконтакт» собрал лепшие театральные постановки сезона с краин Европы. И у першиню з Австрии и США. У насыщенной программе фестивалю не только креативные прочитания, например, классичных творов знакомитых драматургов, але и майстер-классы от режиссеров. Про самые яркие подеи Могилевского фестивалю Андрей Ястребов. За 12-годовую историю театрального форума на его подмостках выступили свыше 2000 актеров, а его спектакли поглядели больше, как 36 тысяч глядачов. От классики, про пластику и до абсурду, как раз то, что популярно и привабливая молодых аматоров театра и артистов. Удивляет каждый год. Вот мы взяли на 3 спектакля билеты, посмотреть, как из других стран показывают, ну, как у них происходит действие, что они чувствуют на сцене. Например, «История про короля» режиссерской лаборатории театра имя Вахтангова из Москвы. Новое и незвычайное прочитание знакомитой пьесы французского драматурга Эжена Ионески. Рассказ про серьезное, про комичные ситуации и гумор. Я выхожу на сцену со своей историей, со своей энергией. Я ее отдаю вам. А вы, в свою очередь, если я хороший артист и до вас достучался, вы мне отдаете свою энергию. Театр – это не что иное, как диалог. Прекрасно. Значит, мы останемся здесь. Тяжкости у перекладу? Никаких. Для тех, кто не разумеет, например, артиста из Вены, переклад с немецкой в субтитрах. Мы рады быть часткой подеи под назвой «Мартконтакт». Приемно, что тут нема формату. Это добрая махчимость, например, для нас, артистов, звены показать романтичную историю кохания актрисы и дипломата. Спектакли проходят за аншлагами. Без уваги не засталася и дорогая Алина Сергеевна Питерского театра юного глядача по пьесе, якой больше за 30 годов, про школьников, которые готовы на все без морали и комплексов, как сдать экзамены. Заявилась и первая театральная сенсация на «Мартконтакте» – моноспектакль «Синяя-синяя» Миколая Стешица, актера Могилевского театра «Лялек», по оповяданию Владимира Короткевича. Глядачи пожадали убачить яе еще раз у рамках «Мартконтакта». У гэтые выходные аматорам молодежного театра пропонуются одразу 9 спектакля, у тым лику с Вильнюса, Бобруйска и Нью-Йорка, а у понеделок журы глядачов назове пераможцу сёлетнего фестивалю. Андрей Ястребов, Василь Фаталеев, Могилев.